Наука сегодня. В Ивановском государственном университете стартовал фестиваль «Молодая наука». По счету он уже 17-й. Фестиваль включает в себя гуманитарные и естественные науки, физико-математическое направление. Работы подготовили студенты бакалавриата и магистратуры, преподаватели. Участники могут посещать любые площадки. В рамках фестиваля пройдут научные конференции, круглые столы, выставки и дискуссии. По подсчетам, только в госуниверситете участие в мероприятии примут порядка 1000 человек. Это ежегодный фестиваль, его проводят все вузы города, и на следующей неделе, 24 апреля, у нас состоится торжественное закрытие областного фестиваля молодой науки, подводятся итоги, награждаются победители, лучший бакалавр, лучший магистр, ну, соответственно, аспирант вуза и молодой ученый. Вот номинации, и еще одна номинация – это иностранный студент.